хайпанем немножечко. Всем привет, с вами Серджио. Сегодня мы с вами разрежем одну из этих 40 фигурок и узнаем, есть ли внутри головы мозги или что-либо еще. Ученые назвали это естественным отбором. Почему выбор пал именно на эти фигурки? Потому что у них нету пружины. Соответственно, мы не знаем точно, что у них внутри головы. С этим вопросом мне пришлось жить 2 минуты. Для выбора фигурки мы обратимся к моему помощнику. Всем привет, с вами Марко. И сегодня с помощью лотерейной коробки мы узнаем, какую фигурку будем разрезать. И это 41-й. Что ж, осталось найти номер 41. Очень надеюсь, что мне повезло. Это какая-нибудь недорогая фигурка. Да, похоже, вот номер 41. Ну что ж, не повезло. Вот только везет немногим. Итак, в данный момент мой ассистент покажет вам технику аккуратного вскрытия. Он аккуратно достает из протектора. Переворачивает, достает, ставит. Сейчас покажем технику, как это сделать аккуратно. Я сейчас покажу вам технику правильного вскрытия. Итак, первый способ — это берем нож, вставляем аккуратно и вскрываем. Все просто. Так, теперь второй способ. Нож откладываем. Вот, от первого способа могут остаться заломы, поэтому я покажу второй способ, идеальный способ, как открыть без заломов. Мы берем ножнички, аккуратно отрезаем язычок клапана. Совершенно аккуратно это делаем. Вот, и смотрите, без каких-либо заломов. Заломов нету, все идеально. Замечательно, поразительно, гениально. Теперь приступим к разрезанию самой фигурки. Достаем фигурку, это выбрасываем. Так, выбрасываем. Это даже нам не нужно. Вы слышите? По-моему, там что-то есть. И это вызвало у меня страх. Объяснить этот факт действительно невозможно. Ничего тут нет и не будет. Успокойтесь вы уже. То, что вы увидели, называется фейк. На этом все.